Джован Морган сократил отставание Зенита. Вот Римбл. Интересно, Андрей Зубков сегодня будет бросать издали, а если будет, то сколько сможет реализовать и реализует ли вообще Винс Хантер? Столкновение. Курич упал, успел подняться, но против Остапковича тут явное преимущество Антона. Он попытался. Зенит начинает с прессинга. Курич перехватывает мяч. Трибл чуть было не перехватил в ответ, однако этого не случилось. Хайнлан против него в защите. РТЛ на Винса Хантера делает передачу. Хантер умудряется сделать пас на Жбанова. Жбанов делает РТЛ против Хайнлана. Опять РТЛ. Хороший пас на Жбанова. Ну зачем же подставиться? Там бы, конечно, пробить издали было здорово. Зубков. Ой, какой показ. Скидка. Не знаю, почему так долго обрабатывал передачу РТЛ. Ау! Быстрая контратака. В этом смысле армейцы, конечно, наказывают очень здорово. Как только у «Зенита» что-то не получается, тут же следует ответ. Причем разница в 10 очков. Неспортивный фол. И вот уже плюс.